Я не понял, а что он так пошел-то? Из-за чего? Что случилось? Что я так понесло? О! Вот, вот такую ложку прибабацали, чтобы центровка была передняя. Да посмотрим, как полетит. А, подожди, я включу. А, еще не включил. Так. Сейчас пикалку сначала, чтобы знать, когда садить его. Сколько? 11,8. Хватит? Хватит, наверное. Я тоже думаю, что хватит. Так, все, подключай. Все, подключаю. Все, все, запищал. Погода шепчет. Все, этот есть, это есть. Все на месте вроде. Ну все. На, держи. Держи пульт. 5 секунд. Вон, для любителей авиамодели. Ложка для спиннинга. Нет, это самое. Грузик. Это грузило для тонки. А вдруг он нас. Насчет нормально летает. Значит, смотри, вот throttle hole сначала включаешь. Да. Вот этот. А потом уже. А, не, сейчас выключи его, пока я возьму. Опа-на! Сейчас возьму. Проверю сначала все. Работает. Работает. Все работает. Все работает. Движок. Движок. Так. Поехали! Лучше пошел, да? Вообще классно. Ой, бля! Запутался! Слушай, класс пошел. Ну, кирдык, по-моему, все снял. Запутался я. Ну чё? Ну чё? Да, чё там? Да, от винта остались роги и ноги. Да. И это улетело. А так всё живое, прикинь. Ну чуть-чуть помял, да, морду лица. Ну, короче, надо вот эту. Летает, класс. Вина, короче, летчика. Да. Ну что, до следующего раза. Ай, ёлки-палки.